Всем привет, вы на канале Animal Life Channel. И сегодня вот пришла вот такая вот посылочка. Сейчас прям быстро-быстро ее надо все вскрыть. Вот. Во-первых, Почта России очень сильно подкачала. Очень долго ее везла. Во-вторых, еще и как обычно по закону подлости, у них были профилактические работы 3 дня, тогда, когда приехала эта посылка. Вот прям вот так вот. Я обожаю Почту России. Я просто вот так вот сейчас бежал домой, перекрестив пальцы. Вообще, очень быстро бежал. Давайте скрывать. Так еще и там народу было дофига из-за того, что почта 3 дня была закрыта. И все забирали свои посылки. Это вообще... Я не знаю, как так можно работать. Но Почта России это нечто. Так, вот такая вот коробочка. Ой, как плотно-то сидит. Так. Сейчас по-быстренькому все распакуем. Так. Ну, пока что упаковано все отлично. Ну, упаковка отличная. Так. И барабанная дробь. Они живы. Ребята, они живы. Попробуйте угадать, кто это. Вот просто попробуйте угадать. Они живы. Это так хорошо, это просто отлично. Это финогастеры. Вид я точно не помню уже. Но я сейчас... Я в конце видео вставлю название полное. Но это достаточно редкие, в общем, мураши. И очень интересное, что самое главное. Ну, в общем, все живы. Куча расплода. Вот так вот все. Ставим лайк. Давайте их пока уберем. Сейчас их покормим. Вот. Так, ну тут, наверное, больше ничего нет. Вот, все. Уплотнитель только. Ну, в общем, сейчас покормим их. Я еще сниму крупным планом. Вот они, эти мураши вблизи. Вы просто на них посмотрите. У меня прям руки дрожат, снимать не могу. Потому что я так за них волновался. Но, как видим, все отлично. Вон матка. Так, вот я им дал уже сиропчика. Вот они, смотрите, его пьют. Или уже выпили? Они уже его выпили. Я им дал не сиропчик, а глюкозу. Я им сейчас дам еще и засниму, как они пьют. Потому что я что-то как-то слишком быстро они выпили там. Ну вот, они пьют. Ну, посмотрите, какие они красивые. И что очень интересно, их личинки могут питаться сами. Это очень интересно. Это очень интересные муравьи. Чем-то похоже на фейдоль быстрого размножения. Просто смотрите, всего одна матка. Смотрите просто сколько яиц. Просто посмотрите. Яиц, личинок и куколок. Муравьи мелкие, да, в общем-то как фейдоль, но крупнее фейдоль. И, мне кажется, даже поинтересней. Вот этим вот своими особенностями питания личинок. Просто посмотрите, сколько их. Ого. Все выпили уже. Не, ну, очень шустрые, очень классные.
И мне они даже чем-то вот напоминают. Ну, матка мне вообще напоминает местеров, уменьшенную в несколько раз. И с более светлыми ножками. Вот, смотрите на нее. В общем, сейчас будем переселять. Ну, а на этом, наверное, заканчиваем. Также хочу напомнить, что в нашей группе ВКонтакте сейчас проходит конкурс. Ссылочка на него внизу в описании. Ну, сейчас будет название этого вида.